Доброе утро, дорогие мои. Сегодня у нас потрясающий рассвет. Я делаю вам и видео, и звуковую запись. И встал сегодня в 3,5 часа, чтобы это сделать. Но встал не для себя, а по причине того, что мне скинули ссылку с сайта «Соловьиные вечера». Скажите, вечера, а я утром встал. Ну, потому что у нас утром хорошо поют соловьи. И я решил помочь этому сайту, потому что этот сайт объединяет тех, кто изучает и считает соловьев. У них очень красивая и замечательная идея. И она заключается в том, что соловьи живут только там, где экологически чистое место. Поэтому, если вы слышите соловья, можете радоваться. Он отметил, что у вас здесь неплохое место. Но, чтобы знать, где экологически чистые места и как изменяется экология в России, они вот много лет ведут вот такую статистику и подсчитывают, где и как поют соловьи. Поэтому я решил им помочь, встал, записываю и прошу помочь вас тоже. Потому что соловьи не всегда поют. И как вам выразиться? То есть вот он один поет, замолкает, начинает петь другой соловей. И вот их нужно посчитать, сколько здесь в округе. Поэтому я поставил хороший звуковой аппарат, и вы мне помогите посчитать. Потому что они отличаются трелями, а на улице мороз. Я просидеть там долго не могу, как в принципе и вот здесь у окна простоять тоже. Так что те, кто может посмотреть этот прекрасный рассвет, послушайте этих прекрасных соловьев и скажите, сколько их. Я уже имею некое свое мнение, но я хотел бы с вами согласовать. Все, спасибо за внимание. Смотрите или слушайте и считайте. Здоровья всем, радости. Христос воскресе!